ножкой. Умница. Еще раз ножкой. А теперь левый, правый. Раз, два, умница. Давай пять. Молодец. 17 лет кикбоксинга и звание мастера спорта, а затем участие в специальной военной операции. Пройдя сложный жизненный этап, с линии фронта Султан Зайдуллин вернулся в единоборство, но уже в качестве тренера спортивной секции. Пришел с СВО, искал долгое время работу, обратился в Федерацию кикбоксинга ко мне, и мы здесь сразу создали с ним секцию. Ребят сейчас прибавляется, уже более 100 человек занимается в нашем зале. Это радует. Среди воспитанников Султана Зайдуллина и дети участников специальной военной операции, которые занимаются кикбоксингом бесплатно. Находясь в зоне боевых действий, Султан Зайдуллин видел, как родителям и детям тяжело друг без друга. Поэтому он старается быть не только хорошим тренером, но и помогать по-отечески. Поддерживать их не только в спорте, но и в жизни. Мы это и делаем. Мы принимаем участие и в воспитании детей, ведь воспитание закладывается с самого малого возраста, и мы рассказываем, объясняем, помогаем. Не забывает заботливый тренер и о других воспитанниках секции. Вне занятий на ринге юные кикбоксеры вместе с наставником и родителями участвуют в спортивных соревнованиях, устраивают походы в кино и праздничные мероприятия. Юлия Руднева, Анатолий Рассохин, Управда ТВ.